Всем привет, мы играем на D2000. Ну или не D там, блядь, вообще-то не D, это просто 2000. Доллар, 2000 долларов. Карта 2000 долларов, мы играем сегодня, так сказать, 2 до 15, потому что эта карта с быстрыми раундами. Ты взял ВП, да? Нет. Я тебя видел. Да я говорю, я же сквашу. А, Риксон попросил реванш, да, на дуэльках. Да. Предыдущий я как бы выиграл, и нужно... Кажется, я благополучно сейчас Почему проиграю. Тебя... Почему ты бегал так быстро? Что за хуйня происходило только что? Вот на самом деле, я заметил, первые 5 раундов они вообще ничего не дают. Блядь. Вот просто когда ты выиграешь, допустим, 5 раундов, даже 5-0. Блядь, я да. помню, я просто дрючили с этого счета. И я дрючил с этого счета. Что за... А, ну а вот... Блядь, все, пизда. Ты что, будешь реально с ВП сейчас играть? Нет, я все, я один раунд, один килл сделал по стандарту, и все. Кстати, у меня есть одно правило созрело в башке, но мне кажется, оно дебильное. ВП может брать только тот, кто проигрывает. То есть, если ты, допустим, на один раунд выигрываешь. Хотя нет, ладно. Мы стреляемся, мы пацаны. Мы ровные пацаны. Короче, я был такой лютый тайминг, понимаешь? Я только когда наверх залез, ты вышел, и у меня именно в этот момент, когда я нажал на. А ну, что мне делать? Вопрос, если я появился рядом с ВП. Брать. Нет, я не взял. Я дошел до калаша, нормально? Все, 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 все. Сейчас все будет, сейчас все будет. А, броня, ух, ни хрена там накупил. Я вообще купил все. А я умею. Ты думаешь, ты думаешь, тебе это поможет? Да. Ты реально так видишь? Ой-ой-ой. Дигл. Блять. Ой. Че? Нормально. Да ничего. Нормально, так бачок-то прописал. Нет, 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 нет! Хотя ладно, возможно, тебе это поможет. Нет, скорее всего. Ты чё? Ты бессмертный вообще? Станет мне. Станет мне. Я хочу раунд на века. Давай. Блять. Что там делаешь? Ну, я просто запись для этого выключу, чтобы делать то, что я делаю. Я понял. Блять, ну. Блять. Что там делаешь? Ты можешь мне объяснить? Блять. Мне еще интересно, если раунд время кончится, это типа что, у меня победа что ли? Я же за это. Ничья. Вообще должна быть ничья. На этом сервере? Да. Блять. И что, всем по раунду? Да. Всем. Я просто никому не будет. Никому не будет защитить. Блять, ты. Блять! Как выиграть это? Я не умею. Блять, сколько хп было? А, у тебя много. Я бы не смог, я не смог вообще никем, у меня два было. Я вообще ты бы ничего не смог сделать. Броня у меня будет, сейчас поможет. Ну, у меня, нет, почему, но она помогла, типа я не сдох быстрее, это я мог сдохнуть намного быстрее. Тоже верно. У тебя еще был, да, шанс был. Я закупался. Молодец. Ну, конечно же, ты вышел по таймингам, мразь, блять. Да. А ты что думал? Что? А нормально ты из соседки не успел выйти, и ты меня уже убил? Из соседки? Не послышалось? Вы не знали, как правда? А жаль. А жаль. А. Эх, тяжелая и неказистая жизнь бродячего артиста. 3-4. Я просто хочу раунд взять, знаешь, вот одним выстрелом. Все же был в истории КС, блять. Вот просто вот взять и вот. И. Русские долго запрягаются, но быстро едут. Об этом говорится еще в древних книгах. Ладно.
Блять, что я взял? Что это такое? Что это такое? Что за говнище, блять? Иди нахуй. Тоже верно. Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Блять, сколько было хп? 100? 100. Хотя нет, хотя скорее всего просто не засчитало. Так, значит, что у нас по счету? 6-3. Все равно я выиграю, блять, какая разница? Что ты, блять, будешь оттягивать свою погибель? Нахуй ты это делаешь? Мне бы еще хп стабильный. Ой, у меня опять мышь откуда. А, ну конечно, ты здесь. Ну, спасибо. Что? Что? У меня мышь просто заж... Что за хрень? Стой, 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 погоди. Стой, 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 стой. А, что ты понимал? Смотри, стой. Я просто... Я не трогаю мышку. Я не трогаю мышку. А, я вообще не трогаю ее. В жбан! А почему так? Это нечестно, у меня просто... Так ты вышел бы и такой ра-та-та-та-та-та-та-та. Помнишь, как в этом меме, когда в CSGO там снеги вообще... Понял, просто не залагал, и я просто... А сейчас у тебя на... так же? Нет, уже. Только у меня мышь постоянно включается. У тебя нормально. У меня было 7 хп в том раунде и... Я знаю, я бы тебя выиграл. Да, блядь. Конечно, выиграл бы ты меня. Да, да. Не смеши я меня. Я просто залагал. Мальчик мой, да-ра-ра-ра-ра. Для черниковской хаты. Люблю, знаешь, вот хорошую музыку послушать. Вот прям вот, откровенно. Блядь. Сколько хп? 34. Да? Нормально, стабильно. Ну да. Блять, какое же говно. Какое говно. Ёп. Ты под себя гранат, что ли, выкинул? Да. Я тебя задел хотя бы? М? Я тебя нет. Хотя бы задел ты гранатой или нет? Нет. Ага. Что, думаешь, переиграешь? Что, думаешь, меня уничтожишь? Я тебя, сука, сейчас да. На нож нахуй. Давай. Я ж тебя прочитал, причем забавно, что я тебя видел. И даже попал почти. Странная хуйня, блядь. Почти не читается вообще. А какого хуя вообще, блядь, я не попал? Нормально? Я не знаю. Стоп! Просто остановись! Вот, просто ничего не трогай. Стой, стою, стою, стою. Стою. Я выбегаю с правой стороны. Да. Я вижу, что летит граната. Я думаю, ну, улетит мне за спину, и все будет нормально. Она мне пролетает в ебло и стопится внутри меня. Угадай, сколько у меня хп? 5. Ну, на 5 больше, но это сути-то не меняет, и... Как хорошо. Бы... Слушай, у тебя есть шансы выиграть? Да! Конечно. Нет, ну реально. Ну что-то во мне застопилась граната, как бы. Ну, то есть, если подходить объективно к этому вопросу... Ну да. То есть, внутри меня взорвалась граната, именно внутри, то есть это как бы dead inside. Смерть внутри, понимаешь? Не каждый переживет такое. Я пережил попадание танка, блядь. Моя ужасная история. Ты че, еблан? Блядь! 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 Что? Ох ты! Дай бог за меня, дай бог за меня! Сука, если он против меня, у меня шансы просто... Он за тебя. Замечательно. У меня с первого выстрела 57 хп. Круто. Я другу позвонил. Поддержка друга называется. Ой. Блять. Low HP, guy. Guys. А он... Что за... Нихера, он прям... Он мне прям в лицо... Что? Он просто взял, прям мне в лицо кинул флеш. Ты мне в этом момент... раунде, в том, предыдущем, ты мне, сука, гранату кинул прям в ноги. Она во мне застряла, граната. Понимаешь, что вообще сделал? Вот опять, у меня опять мышка залагала просто. Что это? Ну хорошо. Что, блядь, как 100 хп? Ты чё, ебанутый? Ты чё сделал? Свидание. Какие 100 хп? Какие 100 хп? А чё, сколько должно? Нет. Ты не вообще не смущаешь, что типа, ты попал как бы там, то есть у тебя хп вообще не осталось. Но тебя на изи добьёт. Ой. Сука, тебе пизда.
Все, я тебя уничтожу. Что я купил, блядь? Да, конечно, ты ставишь вандам. А, честно, ВП. 7-10. Ах ты тварь, 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 тварь. Нет, а я тоже. У меня тоже друзья ведь есть. У меня тоже друзья есть. Вообще. А подожди, мы просто все играем уже 16-16, последний раунд доигрываем просто. Грозный. Тащи, братанчик, я тебя умоляю просто. О, хорош. Ты что, на ВП? Давай, 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 давай. Че за хуйня? Что происходит, блядь? Че он покупает там? Рядом, он рядом. Что он делает? Ты че, дурачок? Это че такое? Понимаешь, он просто взял и кинул гранату. 8-10. Это мой браток против твоего братка. Блядь! Эх, граната какая-то! Блядь! Фига ты меткий. Ебаные флики. Что происходит? О. Почему он выиграл? Что произошло, блять? Что произошло? Что произошло? Что произошло? Что происходит? Это ненормально. Это 2 на 2. А ты что хотел? Блять, мне граната в еблу прилетела. Блять, я слепой. Я ничего не вижу. Почему флешка так долго проходит? Я ничего не вижу вообще. Не знаю. Что происходит? Почему Грозный взорвал его? У него хотя бы low HP было, нахуй. Ну чё, готов разобраться? Да. Ты с ВП, да? Да. Ты реально? Да. Ноускопы? Да. Реальный ноускоп, без прицела. Да. Ты ж, сука, меня ещё кинул, блядь. Ноускопы. О, ой, замена. В моём составе замена. Ну что, ты готов ноускопами вообще ходить? Да. Блять, ничего не вижу. Ты какой дробовик-то взял? Тупой, что ли, блять? Сказали же над ноускопами. Ну. Так то, что я с калашом был, тебя вообще не смущало, да? А я ноускопом стрелял по тебе. А. Тогда молодец. Что за хуйня? А, он всех взрывает. Он берет только гранаты, потому что он ничего другого не берет. А, реально? Да. Что происходит, блядь? Что за дуэльки? Почему реванш получается не такой? Что за хрень? Почему нельзя посидеть, поиграть, блядь? Конечно же ты здесь, блядь. Конечно же у тебя low HP. Что происходит вообще, блядь? Что-то как-то какая-то у тебя плохая замена. Да почему тут замена, не замена? Это даже, сука, уже не дуэль, это будет говно. Начиналось так красиво. Это все... Два Ричарда Стоумана. Сука, блядь, на. Что произошло? Что он делает? Блядь, не кажется ли он что-то подрубил? Блядь, какой пиздец. Что, блядь, за игра? Чего опять тут приходит, все портит, блядь? Почему они все это превращают в выпуск ресурс, блядь? И дуэли. Заебали уже. Сука, я готов, хоть не знаю, там 15-2 проиграть, только, блядь, просто достойно. Зачем мне эти лишние люди какие-то нужны? И кто такой вообще? Слушай, мне кажется, у него читы. Почему он тебя, думаешь, меня увидел? Ну, типа, он резко остановился и моментально навелся прямо на тебя. Да, и, конечно же, он не видел, что чел на него выходит. Я не знаю. Блядь, что происходит? Почему каждой дуэльки именно с тобой нам мешают? Почему с Близненом, извиняюсь, не мешали? Почему не мешали с Беловым? Почему когда играли, блядь, тут втроем, блядь? Почему никто не мешал? Почему только сейчас, когда ты, блядь? Почему только с тобой? У нас первые дуэльки где были? На Дасте? Помню. Блядь, там Апи тоже мешали. Не, я там, конечно, по факту выиграл, там шансов у тебя было мало. Да ты... Да, нормальный? Да. Сон Да Йонг. Просто сейчас твою. Блядь. Ебать, я тебя фликнул.
Мне кажется, я давно так не фрикал сейчас, блядь, как. Что? Кто вступает в игру? Ух ты. Смотри нахуй на эту хуйню. А может это имбовое оружие? Блять, застилил. Я сейчас тебе покажу, какое имбовое оружие. XM, да, сейчас возьмем? Да. Блять, их вас трое почему-то! А? Что происходит, блять? Короче, значит, сейчас скоро будем заканчивать, потому что это уже переходит в какую-то бредятину. Ну да. Это уже какой-то, блядь, не то что дуэль, это просто дерьмище какое-то. Я по кому-то попал, по кому-то не попал, что произошло? Блять. У меня меньше, мне кажется, горит, когда я проигрываю, чем когда я, блядь, играю вот с этими дебилами. Понятно. Замечательно. Играли. Что-то хорошо начиналось. Да мы сервер оживили. Давай. Макронат. И напоследочек просто минус 3. Просто обоссал всех. Вступает в игру, ебать, мы сервер. Прикинь, сейчас чуваки просто смотрели, 0, там, 1 человек онлайн, 2 человека. Блин, сейчас просто фулл стак, фулл стима, фулл броня. Блядь. Ты чё я буду? Ебать, ну, кстати, на самом деле, когда на 2000 полно людей, интереснее играть даже, мне кажется, чем. Блядь, что он делает? Это эйс? Происходит. Как вот, если меня попросят писать этот раунд, я не смогу ничего вообще сказать, ни одного слова. Я буду заикаться, как на этом, как на устном русском. Да, вы одновременно просто вышли. Вообще. Меня не было, я там вообще, только оружие выбирал. Одновременно прям вышли, я не успел ни на кого не навести. Смотри, смотри, смотришь мою игру? Смотри. Смотрю. Что? Сука. Блять, это просто бред. Что происходит? Я не знаю, ну в принципе выпуски CS:GO могут быть не обязательно 15 минут. Я просто хотел реванш сделать. Произошел какой-то тотальный террор. 2 хп. Боже. Давай я снимаю твою игру. Давай, Рикисон, давай. У тебя есть шанс еще убить. 2 пока. Да, замечательно, делает килл. Будет хоть что от твоего лица посмотреть. А то во всех дуэльках только от моего лица видно все и все. А реально? А стоп. Тут вот твоя игра, давай. Моя игра. Опа. Не, ну как вот, блядь, конечно, я не убил никого в голову, но вот, вот это вот с АВП против трех я вообще просто расстрахивал. Да. Блядь, как я не попал? Блядь, что происходит? Почему у меня так мало? Один чел стоит. Дебил! Вот что? Ты вырезать хотел? Я хотел перетреститься нормально. Мне оружие взять хоть какое. Ого, нормальный спаун. Блять, какой тупой. Ты что, угораешь? Я тебя обоссал. Ты на колени упал, смотри, ты делаешь ислам сейчас. У меня все равно кило больше, чем у тебя. Да я не спорю. Почему, блядь, здесь только моя команда? Где остальные-то? Минус 3. Трех партий. Просто это ВП мастер. Чуваки, реально. Я показал сейчас 3 пальцами. 3 просто. Нет, может, мне единственную превьюху сделать, где я просто показываю 3 пальца? Что? Слышь, может мне сделать превьюху? У меня просто залагало. Мне сделать превьюху, где я 3 пальца, может, показываю? Не знаю. Или, нет, знаешь, можно вырезать этот момент из видео. И вот так уже сделать отдельный доступ. Что происходит вообще? Блять, я не понимаю твою игру поснимать. Что, блять, почему какой-то график дебильный, что это? Ты видишь это? Ты за контактом? Да, я вижу, да. Это отвлекающее. Ты это видел? Да. Ты это видел, да? Ты это видел? Что это за херня? Почему он здесь? Все показалось, что это Рома Мазаков. О, ты знаешь такого человека? Замечательно. Мне гранат прилетел. Блять, один ФКшник. Просто чё с морковкой своей вылетел? Перегруппировка. You take the point.
стоп, это папа, это папа Ромы Мазакова. Мне очень, по-моему. Это его биологический. Если это смотрит Олег Мазаков, или как там, Рома Мазаков. Что? Какие-то двойные хедшоты пошли, давай, снимаю твою игру. Поехали. Грозный или год? Или сама Рата? Один сказал. Что? Что происходит? Блять, это просто какой-то пиздец. Я не понимаю. Просто, знаешь, это... заметь, с чего все начиналось? Чем все закончилось? Знаешь, как какая-то вечеринка начинается, тогда посиделками за столом, в итоге у всех разбитые рожи, все не помнят, что произошло вообще, взрывы какие-то слышатся, хлопки, удары, знаешь, вот это. Ой, я застилил. То есть я один остался. Ты один? А, нет, ты не один. Я втроём. Ну, да. А! Ноускопом? Что за хуйня происходит? Блять, это что? Что ты делаешь? Вообще, у тебя 22 кило уже. Ты не офигел? Ну-ка. Да вылетите, вылетите кто-нибудь с этой стороны. На что вы, блядь, стоите? Блять, даже не дали никого убить. Просто почему? Я, смотри, я только выхожу и сразу у меня просто все зависает. Слишком много человек. Блять, я не смог ничего сделать. Блять, иди в саку. Как я ноускопом встатил сейчас? Что сейчас было? Это ноускоп. С 300 метров. Блять, еще один. Что? Что происходит? Что, блять? Просто что вы делаете? Ну, окей, что мы, блять, что вообще происходит на сервере? Сервер был с нулем человек. Начиналось все с дуэлик. Блять, грозный урод. А, он походу покупает гранаты. Давай, снимаю твою игру. Ну давай, ноускопчик все-таки. Гранаты. Что? Фликаешь, братан. Пока был один нормальный раунд, где ты СМ-кой затащил. Что? А, меня залагало, я понял. Ебать. Блять, это такой стак, нахуй. Рецидивист какой-то. Ебаный фронт. Какая CSGO? Какой CS, блять? Какой Condition Zero? Вот, блять, где мясо. Вот оно. Блять, челы там выходят, просто... Не понимаю, что происходит. Почему? Блять. Я... Давай, снимай твою игру. Сразу такую эмку взял, такой, знаешь, как киберспортсмен. Давай. Ну, остался один в один, давай. Твоя игра, поехали. Залагает просто, я просто... А. Да не, знаешь, все норм. У меня еще патронов еле-еле хватило. Блять, я сейчас вылечу, мне пизды дают. А. Что происходит? 5 гранат. Что происходит? 3-3. Сколько он гранат? Что он делает просто? Не понял, у него какие-то бинды стоят на погоду гранат, что ли? Мне тоже так кажется. А! Что? Пососи. Ямит. Че? А? Рома Мазаков. Давай ты. Я. Ну извиняюсь, тут палка раз в полгода стреляет, как бы, и поэтому. Вот видишь, 50 на 50 только. Ой. Я мог сейчас пойти в мид, купить. Что, блять, джойник за. Ему не понравилось играть за контров. Он ушел на темную сторону. Но мы все равно его страхаем что-то. Почему тайминг? Че, 1-1? Наконец-то. 1-1? Че, что я тебя видел? Норм? О! Вандерхолм! А, это тот Dungeon Master. Наконец-то 1-1. Честно, у меня было 30 хп буквально. У вас уже есть бронежилет. Он, кстати, воз... А. Я купил ВП, пошел в мид, прикинь. Трое! Нормально вы тут трое? Я не понимаю, что происходит. Что происходит? У меня 29 кило, 29 смертей. Нафиг его играет. Блять, как тут контртеррорист какой-то вылез. Кто-то вступает в игру еще. Блядь, кто-то на сервер перезашел. Че вообще произошло? Смотри, домовушка пошла. Читерская. Там пиздец какой-то. Где? Грозный.
Блять, какой я тупой. Где твоя игра так экспозит? Рикисон, сука, пропустил тебя. Опять пропустил. Туплю. Вот, все, твоя игра, она прямо тебе когда лежит. И таким же, как что это. Делает? Да нет, я не верю. Вот он покидает, наверное, наигрался. Дробовика всех поубивал и вышел. А. Что? Ладно. Чего просто вышел и зашел. Че меня лагает так? Ты один остался. А нет, не один. Нет. Ты больше чего? Теперь точно один. Иди сюда. Блять. Я у него эйс забрал. Что он делал? Что он просто вантапы ставит? Он просто выходит, просто на панике вантап ставит. Я не в зоне покупок. Сердечно поздравляю. Блять, меня вот так лагает. Блять, лоскопом не получилось, я хотел лоскопом убить, что происходит на сервере? Мне в голову с расстояния 4-5 метров. Команда одинаковая. Какая волшебная пуля, какой ангел мести, что происходит? Я попал. Меня помогает, а не играть. Еще чего вовы. Мне убил чел, у которого 1-4 был счет. Снимай твою игру, давай. Вот как? Я беру дробовик. Чё он? Я просто беру дробовик. Хотя СВП нормально. Да? Блять. Ну ладно, я наранил ваших сильно. Я снимаю твою игру, давай. Неплохо. Сейчас эйс. Да у меня лагает какой есть. Один хп. Да я вижу. Ну просто а не так он лагает. А его убить не может, смотри, а его он убить не может. Стоячего чела. Играем до 30. Какая эмка? Что? Просто у меня 3 человека вышло, че угораете? Блять. Там АФК. Nice. Нанес урон трем врагам. Здорово. У меня счет, посмотри мой счет просто. Я только для этого шел. Молодец. Ложись. Да опять вы трое выходите. Почему как только я куда-то выхожу, сразу трое выходит? А. Нормально? Я опять эйс забрал. Нормально, просто. Все просто встали в ряд. Знаешь, что у него стоит на аватарке? По-моему, СС. Я тоже что-то такая что. Хоть кого-то убил. Почему, блядь? Блядь, я не могу ничего сделать. А чё все в АФК стоят? Можете объяснить? Да. У меня просто... У меня фулл тима АФК, норма? Что? Норма у меня все в АФК стоят. А я думаю, я раскидал их сейчас по-страшному. Они не стоят. А, нет, один что-то двигается немножко, и все. Я один. Почему я не могу убить его? Да, я... Блять, я не мог попасть они по стоящему чуву. Они устали играть. Спят, устал. Нихрена. Что? Ничего, вот. Этим сразу башку дал. Давай снимай, блять. Кошка. Они какие-то слишком подозрительные. У меня вот этот, который Lion King, он как-то вообще странно очень играет. Чисто он. Я. Нормально играю. Я бы даже сказал хорошо. Считаю, блять. Ну сука, дай кого-нибудь. А я опять этот чел. Ну блять, он просто никого не оставляет, понимаешь, в чем дело? Может, он хоть кого-нибудь даст? Может быть, он хоть кого-нибудь? А, нормально я один остался, получается. А, нет. Или да. А знаешь что? А, нет, не один. Он перешел. Как террорист? А, блять, я только хотел затянуть, что перейти. Он просто чисто хэдшоты ставит. Че тупой что? Какая кулебяка, блять? Что происходит здесь? Ууу! Вот это лучший, блять, просто. Просто лучший зашел на север.
Что за фигня вообще происходит? Блять, вот это флик. Ух, как он отлетел. Блять, против меня играет год, мне уже страшно. Блять, этот челыч вступает в игру. По-моему, они закупались. Почему? Просто как кто-то выходит, у меня сразу 50. Он не может нажать его? Я не мог играть. Просто не понимаешь, вот даже ты сейчас просто вот нормально все было. Как только ты вышел, у меня сразу пинг 120. Да блять. А так 6. А, я гранату кинул. Нормально? Я гранату прям в нормально? Кинул. Он делает. Вот. А, нормально, чел не успел выйти, он начал уже стрелять. Вступает в игру, что произошло? Что, блядь? Он анкету знакомств свою распечатает, я не понимаю, что. Я в ногу выстрелил, нормально? Блядь, я ноускопом хочу. Сука. Блядь. Ой. А, ты? Значит, это ты был? Да. А где был Гетт? Готт, вернее. То Гетт? Вот Готт. Да. Ух, как же это было сладко. Что вы делаете? Так, что написано на анкете? Окончание смены. Я думал, тут написано окончание семени. Да. Просто. Не бомбить уже. Блять, этот чел 66% вражеской команды убил. То есть в начале игры у меня горело, теперь у тебя? Да. Блять, как я не попал? Я ему в жопу попал. Блять. Что происходит? Не знаю. Да дайте мне перезарядить хотя бы. Это пиздец какой-то. Блять. Вот представляешь, вот таким вот составом сейчас просто ВММ, 3 на 3. Вот просто. Это просто будет такой разрыв. КС такого еще не видел за свою историю. Сука. Что происходит? А, почему кто-то зажал, кто-то не зажал? Ты просто пошел, блядь. Я выиграл. Ну, просто, типа, у меня с ними 7 пинга, кто-то выходит 120. Че, ну, граф у тебя прописан, что ли? Да. А, норма, да? Норма? Блять, ну сколько? А можете кикнуть этого Лайн Кинга уже, мне просто задрал. Нормально вы 42-25 выигрываете. Что за хуйня? А как выиграть-то, чувака? Блять, какая морковка? Лево. Какая калил? Лево. Блять, слева говорю. Да я тебя не понимаю. Слева! Конечно. Ну тогда был слева. Воу. Надо было меня раньше слушать просто. А потом поднялся наверх и ушел направо. Пока сука, я за тобой следил. Там дебилы какие-то. Почему вас так много здесь? Да у меня к вам точно такой же вопрос. Ты что, не понимаешь, вообще никого увидишь? Ты вздыхаешь только? Да. Понятно. Я бегу за ВП. И? Блять, нет. Блять, почему? Ты понимаешь, что я нажимал 3-1, чтобы типа, ну, быстрое переключение ВП. Быстрее, чем стрелял. То есть я не стрелял вообще. Я просто убирал прицел как бы. Блять. Да не, год тот еще лук, на самом деле. А, нормально, он целился в колени, попал в голову. Ну, бывает. Disconnected bus server. 2 в 3. Может быть трах? Чел идет 45-29. Что за?
дает. Еще вернулся в игру. Блять. Нормально. Ничего не дали вообще, шанс даже. Просто вылетаю, даю новый скоп нахуй. Давай. Ладно, скоп. Ладно, не даю. Кого-то. Ну пошел ты. Справедливо. А, нормально. Что? Давай. Вы чё, ебанутые? Как я вас... Что? Что? Почему килл не зарегало? Зачем? Вот зарегало. От этого не будет. Чего? Ничего не случилось. Просто одно попадание. Почему его... Один внутри. По центру где-то. Так он и есть один. Он короче, он на центре. Уже вышел. Угу. Чё, давай последние два раунда я пойду. Я тоже. А, ну... Просто в ебучку. Без... просто вот... Без смс-регистрации. Я один стоит на ФК, блядь. Давай, последний раунд. У меня счёт 49. Мне нужен 50-й килл просто, 50-й, всё. Нет, если он меня сейчас еще раз убьет, я больше в эту игру не зайду. Ты где? Блять, ну... До свидания, всем спасибо, подожди, больше подожди, 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 посиди полминуты, сейчас я доиграю. Сейчас, давай раунд кончится и все, прощаемся и все. Так. Кто вытащит? Ставлю на контра. Потому что чел 09 идет. Да он... На этом мы прощаемся. У меня 49 киллов. Я вышел в плюс КД. Я больше не зайду в эту игру. Больше не увидите дуэлик в CS Source с Ритисоном. В CS Condition Zero будем. Реально. Там, кстати, сервера пустые. И можно играть вообще сколько угодно. Вот. Поэтому, значит, на этом счастливейшем моменте я заспавнился рядом с ВП. Мы заканчиваем наше видео. Оно было очень долгим. Я вон за вечерний посидел. Вот, и, конечно же, я убиваю Рикисона, Экспойзен, Тим, он просто соснул. Я убил ноускопом. Что произошло? Да. Случаются в жизни огорчения, и не такое бывает. На сейчас я просто возьму АВП, и тебе все это... Блять. Так не ты убил-то. Ну, я попал. Давай, я снимаю твою игру, и все, и на этом заканчиваем, давай. Ну? Что, дурак? Ты просто... Всем удачи, всем пока. Всем пока.